Всем привет! Меня зовут Татьяна Селезнева, я стилист, консультант студии технологии. И сегодня я хочу поделиться с вами секретами, как можно создать объем при помощи уходовых средств. Девчонки, совершенно не обязательно обладать навыками стилиста или знать какие-то сложные техники укладки. Достаточно подобрать правильный уход, а это уже 50% успеха. Я покажу вам три самые популярные уходовые линейки из ассортимента магазина профессиональной косметики «Каприз». Действие одной из них я покажу на своих волосах. Первая линейка от производителя Barks с красивым названием «Contempra». Особенность этих продуктов заключается в том, что в составе они не содержат агрессивные сульфаты и парабены, а значит максимально бережно и мягко воздействуют на волос. Также в состав этих продуктов входят огуречные и облепиховые масла, которые максимально увлажняют и питают волосы и делают их потрясающе мягкими. Следующее средство от Olin – линейка Бионика. Отличительная особенность этой линейки заключается в том, что в составе эти продукты содержат кератин и депантенол, которые проникают глубоко внутрь волоса, питают его, увлажняют, но не утяжеляют при этом. Еще вы можете создавать объем в домашних условиях при помощи продуктов Кейзи – линейка My Therapy. Эта линейка просто создана для того, чтобы создавать максимально эффектный объем в ваших волосах. Главный компонент этих продуктов – морской коллаген, а значит, после применения ваши волосы будут упругими, мягкими и эластичными. А теперь я предлагаю в деле посмотреть на действие продуктов линейки Contempra. Первое, что я буду применять, это шампунь, кондиционер и завершающий этап – это спрей для мгновенного объема. Пахнет вкусно. На что похож запах? Ну, это огуречный такой, прям свеженький. Свежий огурец. Ну вот, я уже помыла волосы, нанесла кондиционер. И сейчас буду наносить спрей для мгновенного объема. Но прежде я хочу поделиться впечатлениями. Волосы стали заметно более мягкими. И не могу не отметить прекрасную, нежную отдушку в этих продуктах. Попрядно отделяю волосы. И вот таким образом. Ну вот, я посушила волосы феном, и теперь хочу поделиться с вами впечатлениями от самого мытья до уже конечного результата после сушки. Что хочу сказать, что шампунь этой линейки не очень хорошо пенит, двух нажатий хватило для моей густоты и длины. После кондиционера волосы были мягкие, и не могу не отметить потрясающе нежную отдушку этой линейки. Кроме этих трех продуктов я ничего больше не наносила, даже на кончики. Поэтому можно вот оценить, насколько сработали продукты этой линейки. Волосы мягкие, рассыпчатые, пышные.
По-моему, здорово. А я напоминаю, что сегодня мы учились создавать объем в домашних условиях при помощи уходовых продуктов. Все линейки, о которых я сегодня рассказывала, представлены в магазинах профессиональной косметики «Каприз» и на сайте profkapriz.rf. Присоединяйтесь к нашим соцсетям, ссылочку мы оставим внизу. И до новых встреч!